Приехала из Ростова-на-Дону. Я приехала из Нижневартовска. Республика Хакасия, город Абакан. Я приехала из Ленинградской области, Тайца. Здравствуйте, я приехала из Южно-Сахалинска. Я приехала из Санкт-Петербурга. Я приехала с Украины. Город Владимир. Я из Москвы. Меня зовут Наталья, я приехала с Урала, из Екатеринбурга. Я приехала из Москвы. Я из Израиля. Мы из Норвегии, Осло. Город Москва. Я, наверное, как и многие, искала учителя. И когда вот я увидела ее на Ютубе, то, что она рассказывала, можно сказать, она как вытаскивала из меня то, что, наверное, я давно знала, и как бы давала мне вспомнить о том, что когда-то, может, забыто было. Ну и вот как учитель, это просто... сокровище, находка, я не знаю даже, как сказать словами. По жизни у меня было несколько учителей, и я уже соприкасалась с магией на начальном уровне, и что-то в жизни не хватало мне. И так сложились обстоятельства в сложный период моей жизни, что я в интернете увидела семинар Алены и поняла, что это мой учитель. И те знания, которые я раньше получала, они как бы были разрозненные. И когда я услышала Алену, они сложились в общую картину. И тогда я поняла, что именно Алена – это мой учитель. Потому что единственный человек, сколько бы я ни смотрела, сколько бы я информации ни слушала, который отзывается в моей душе. Этим человеком оказалась Алена Полынь. И все, что она говорила и говорит о магии, это все до мельчайшей крупицы, до мельчайших подробностей, все отзывается в душе. Ну, Алена, вот как бы я вот... Алена вообще это мое. Вот я когда ее вообще, она приснилась мне во сне. То есть я первый раз ее увидела по интернету, и она сразу же мне приснилась. И у меня вот как бы, ну... что мое чутье подсказало, что вот все, вот только Алена. Поэтому вот я решила обучаться, учиться только у Алены. В принципе, я не вижу другого человека, к которому я могла бы пойти, честно. Для меня идеальный учитель, вообще человек, проводник и просто глобальная личность, которой просто нет равных сейчас, в данный момент. Я решила учиться именно у Алены, потому что мне очень близко ее понимание мироустройства. Я училась в своей жизни, конечно, не только у Алены, как очень многие у разных мастеров. И у каждого я, конечно, что-то вынесла. Но настолько полные картины, которая очень ложится на мое восприятие мира, нигде не была мной получена до того, как я увидела первое видео с Аленой. Я настолько благодарна высшим силам, что я нашла Алену в Ютубе. И она мне очень, я ее просто почувствовала. Мне немножко было по состоянию здоровья, немножко подкрепиться. И я решила вот встретиться с ней, пообщаться. И настолько человек обаятельный, настолько отзывчатый и бескорыстный. Если что там, она подскажет, расскажет. Мне нравится ее то, что она говорит. Я в это верю. Это как бы созвучно с моими мыслями, то, что я думаю. Мне это интересно. Это соответствует моим представлениям о мире, о мироустройстве, о жизни. Очень давно я увидела одно из популярных видео Алены Полынь. Это о крадниках. Меня очень прельстило... сама речь Алены, подача информации, и после этого я уже не смогла остановиться, пересмотрела очень много ее видео. Как бы Алена, она всеобъемлющая, то есть
Она дает информацию настолько просто и при этом настолько глубока сама эта информация, что ее может принять даже неподготовленный человек. Вот это меня очень прельстило в Алене, и поэтому я ее выбрала своим учителем. Я когда искала учителя, были вопросы, которые я хотела задать, искала на них ответ. Были мысли, которые я пыталась сформулировать, но не находила нигде отклика. И когда я увидела семинары Алены, я поняла, что это то, что я так долго искала, к чему я стремилась, и мне никакой другой учитель мне просто больше не нужен. Я не думаю об этом. Алена – тот человек, который может дать полноценную жизнь, нежели дают другие учителя. Можно даже так вот сказать. Так как другие учителя дают более такое однобокое что-то через себя пропущенную информацию, которая, ну, в принципе, не соответствует истине. Я сразу поверила Алене Полынь, и поэтому я изучала ее конференции, делала практики, не буду говорить, какие. И постепенно я вот приехала сюда, решила пройти школу магии, потому что я для себя поняла, что можно такое делать, творить чудеса. Для меня Алена – это учитель с большой буквы. Женщина, глыба знаний, которых я, в общем-то, не слышала ни от одного другого учителя. И кроме того, этот человек, который делает для земли, и земля огромная по масштабам, открывает глаза и помогает вернуться в вере на нашу землю. Не религиям, а в вере. И для меня это имеет огромное значение. Я считаю, что тот, кто может и хочет сделать лепту и помочь нашему учителю в продвижении и возвращении веры на землю, каждому конкретно лично человеку, его роду и в целом нашей матушке земле, должен сделать этот шаг, несмотря на страх, сомнения и иные преграды. Я у Алены уже давно ученик, с 2015 года. И прежде всего меня поражает ее внутреннее благородство, честность, простота объяснения материала и просто ее личные душевные качества очень высокие. Меня это притягивает, я ей верю. Поначалу она казалась как бы немножечко строгой, даже во сне я видела, такой строгой немножко. А на самом деле очень мягкий человек. По ощущениям, вот я даже не знаю, по энергетике или как объяснить, по ощущениям, вот состояние такое рядом с ней, как будто бы находишься рядом с, ну, как бы это ни звучало, но как с рядом с мамой. Правда, теплые такие, это прям теплое такое вот ощущение от человека, как будто действительно давно знаешь и настолько привычно, легко, так вот тепло рядом. Для меня Алена – это как вторая мать. Она настолько понятно рассказывает, доходчиво, даже сложные вещи она рассказывает на понятном и ясном языке для меня. Те тревоги, которые у меня появляются иногда, я слышу ответы в ее семинарах и лекциях. Она как бы на расстоянии понимает, что мне нужно. Ну, в принципе, вот доступность ее подачи информации для меня очень важна. Ну, во-первых, она искренняя. Это основное качество человека. Искренняя, добрая. Конечно, да. Для своих мудрая и всемогущая. Так, я могу так сказать, потому что она знает все. Ну, Алена, вот на самом деле, мне кажется, все прекрасные слова, которые есть, это вот все к ней.
То есть она настолько вот, она и добрая, и с юмором, и отзывчивая вот во всех отношениях. То есть настолько с ней интересно и приятно в то же время. Вот, ну, я говорю, что вот даже все, что красивые слова есть, это вот все для нее. Даже вот, ну, можно сказать, ее назвать вот слово «мама». А «мама» — это самое дорогое слово вообще в нашей жизни у каждого человека. Алена добрая очень. Как мама. Я считаю, что Алена – это очень глобальный персонаж нашей эпохи. И нам вообще очень повезло, что мы с ней мало того, что совпали во времени на этой земле, еще и встретились всем, кто с ней общается. Я считаю, что Алена – это какой-то очень знаковый вообще персонаж в судьбе Земли, в судьбе людей. Ее можно охарактеризовать как источник, носитель какой-то информации, которая очень глобальна, недоступна очень многим людям. Как-то так. Она энергия обладает, вот чувствуешь около нее, когда стоишь, настолько вот, ну, как блаженственное так чувство, эта энергия от нее идет. И человек, который очень, ну, не спокойная, очень сдержанная. И она у нас очень красивая. Как домой пришли? Умная, позитивная. Мудрая. Мудрая, да, мудрая. Порядочная. Очень интересный человек. Простая в общении. Слушаешь ее вот? Веришь каждому слову. 10 часов. Да, с удовольствием. Не скучно. Алена, она... конкретная женщина, очень сильная женщина. И все те вещи, которые она передает, они, безусловно, откликаются в каждом. Вы знаете, я когда смотришь на человека на видео, а потом видишь вживую, это же совершенно разные вещи, впечатления. И я когда первый раз пришла на живую встречу с Аленой, я поразилась, какая от этого человека идет сила. То есть, когда я смотрела ее на видео, мне казалось, что она высокая, она прям крупная. А тут я увидела женщину, ну, практически моей комплекции, но настолько мощная у нее энергетика, что вот я вспомнила те фразы, которые она говорила, когда видишь человека силы, хочется поклониться. Вот, наверное, это такие ощущения. Плюс она очень добрый человек и очень великодушный человек. Честно говоря, я психолог и работала практиком. Я не настолько люблю людей, чтобы с таким терпением выслушивать весь бред, который они несут. И когда я смотрю вебинары и вижу, и слышу вот тот поток непонятных вещей, которые люди просто вот из себя извергают, наверное, да, так мягче можно сказать. И она на них совершенно спокойно реагирует и по 20-30 кругу отвечает. Она великого терпения человек. Алена такой человек, который как бы вокруг себя заряжает такой положительной, сладкой, тягучей энергией. И что хочется вот творить, творить и творить. Ну, наверное, таких даже слов нету. Ну, назовем так, потрясающе. Женщина, учитель, ну, я не знаю, она не любит это слово, гуру, проводник. Ну, в общем, самая такая, самая лучшая. Скорее всего, так. Мы действительно живем в исторический период. И Алену я могу сравнить, наверное, с океаном. С этим необъятным, непостижимым, полным загадок, невероятных существ, глыба знаний. И когда ты приближаешься и знакомишься с Аленой, то ты решаешь сам для себя. Или у тебя хватает достаточно интуиции, знаний, смелости сделать шаг и пойти вместе с Аленой. И тогда ты открываешь свою способность дышать под водой, возвращаешься к первоисточнику и получаешь взамен знания и возможности, которыми никогда не обладал. Но сейчас
ты получаешь и делаешь шаг по шагу путь к непостижимому, к огромному, чистому, к первоисточнику. И я очень благодарна Алене за то, что она нас поддерживает, ведет, помогает и является настолько смелой женщиной, которая может заявить на весь мир о том, что она делает. Огромная благодарность нашему учителю. Во-первых, это человек чести. Во-вторых, это высокодуховный человек, интересный человек, знающий человек, разносторонний человек, неимоверно добрый, понимающий, искренний. Ритуалы, и у меня вот постоянно неуверенность в себе, как бы то, что вот дает Алена, то, что ну, бывает дома что-то делаешь, что-то пишешь или что-то вот по, как сказать, по заданному материалу, что ты пытаешься выучить, а внутренняя такая неуверенность есть. И вот в школе именно она дает вот уверенность в себе, и в общем то, что она говорит, такое ощущение, что уже знал, но она дает вспомнить об этом. И уверенность в тебя в такую вселяет, что вот, да, вот правильно. И еще плюс дает, подсказывает, как лучше сделать. Или как вот о том же обустройстве мира. То вот, в общем, ну, много нового для себя. И узнаешь, и вспоминаешь, как говорится. И... Когда я слушаю или смотрю семинары Алены, я всегда получаю новую информацию, потому что это настолько объемлемые знания, что в любой лекции, в любом семинаре я всегда для себя нахожу новую информацию. Это такое, такая глубина знаний у Алены, которую невозможно сразу уяснить. Даже пересматривая некоторые семинары, вебинары, опять открываются новые грани этих знаний. Я бы как бы уже не взрослая женщина, и сейчас после того, как я учусь у нее, узнала, как быть настоящей женщиной, как быть матерью, хотя у меня уже двое детей, но всегда нужно продолжать вести их и обучать, как правильно быть тоже матерями, давать новые знания своим внукам и потомкам. Вот этому всему она обучает. Очень много нового. Каждый день. Вот это сакральная магия. Я не буду озвучивать это, конечно, на большой экран. Поэтому очень много, каждый день узнается очень многого, если обучаешься у Алены. Узнали очень многое нового. И вот даже ну, много как бы рассказывала, что я уже вот из конференции как бы Алена, ну там, допустим, знала. Но опять же, вот в каждом столько нового узнается, вот в каждом, ну как бы слове Алены. То есть как вот читается между строк, это вот то же самое. То есть ну, много чего вот отложилось в голове. И я думаю, что еще отложится, потому что ну, как бы все это будет... Ну, заново как бы читаться, прочитываться то, что мы сегодня здесь вот учили. Вообще, глава сегодня или сегодня, конечно, очень много нового, хотя я до этого была практически на всех и встречах, конференциях, очень тоже много прослушала. Но каждый раз Алена как бы что-то новое всегда есть. И это не то, что какая-то точка, да, это глобально. Меняется... внутренний мир, да, с каждой встречи. Идет постоянный рост. Ну, я, в принципе, в достаточно сжатые сроки очень много материала прошла, который на сайте есть. Но все равно, несмотря на это, я узнала очень многое всего из школы. Помимо структурирования информации, очень было много, ну, была какая-то часть новой совсем информации. Но самое главное была какая-то практика. Поделиться опытом, посмотреть, как все это можно делать в процессе, в жизни, когда много людей. Но это интересно, потому что у всех разное видение. Какой-то опыт очень хороший.
Да, я на закрытой школе узнала, а также от, я много посмотрела ее конференции. И очень-очень много я услышала нового. От, она дает, Алена Полынь дает сакральное знание, которое никогда мы не слышали. Нигде это никто не оглашал. Я очень ей благодарна. И что, если что-то непонятно, она даже нам все разъясняет. Каждый раз присутствуя на встрече с Аленой, на живой ли встрече, или на встрече онлайн, я для себя подчерпываю огромное, еще раз, новый пласт знаний. Поэтому всему нужно учиться, всегда нужно учиться. И Алена – это тот человек, который постоянно шокирует новыми фактами, который постоянно выдает что-то новое, которая потрясает наше сознание, разумеется, и сейчас на этой встрече я узнала много нового для себя. И, возможно, что-то всколыхнуло, то, что когда-то было в моем роду, и оно сейчас во мне снова отозвалось. Я очень рада, что я попала на закрытую школу Алены Полынь, и, конечно, буду развиваться дальше. Поражает интенсивность, темп, с которой она дает материал, и насыщенность, информативность. И еще больше удивляет то, что все укладывается. То есть я вспоминаю институтское время, когда пары по полтора часа, нужен был перерыв, но к концу полутора часов чувствовал себя выжатым лимоном, нужен был перерыв. Да, а здесь этого нет. Все ложится, вот как будто оно должно быть, как будто в мозге открыли второе дно, и оно туда все уходит, укладывается. И подсознание потом... Да. Да, и выплывает такое. Да. И я понимаю, что в принципе, да, я буду перечитывать материалы, которые мы получили, то, что мы сейчас записывали, но я понимаю, что я все помню. Это да. Потрясающе. По-другому смотришь на людей, да. По-другому смотришь на обстоятельства, совсем по-другому. Ну, даже если смотреть по конференции, то получается восприятие как-то все равно однобокое, свое. А в школе мы можем задать более уточняющие вопросы, как-то более развернуть то, что конкретно мы не поняли. То, что именно конкретно вот, ну, для меня очень важно там какой-то вопрос в какой-то области. И есть такие моменты, когда совершенно не знал такую тему, там, к примеру, ну, что-то. И Алена раскрывает ее в конференции. Ну, она, конечно, ее раскрывает полно, но все равно недостаточно. В школе это более углубленно, более уже так фундаментально. Все знания даются, на которые уже потом можно по кирпичикам построить все остальное, все свои наработки и дальнейшее восприятие мира. Просто вот еще скажу, здесь дается основной скелет, который вот именно от него мы уже будем в дальнейшем идти дальше. Сегодня второй день в школе магии, как мы проходим. Я поняла, что как работать, что делать, как можно само это все переделать под себя, что тебе надо, как сделать хорошо, как почиститься. Ну, в общем, все, что я не понимала, как работать. А сейчас я поняла, с чего начать, чем закончить. То есть ясность, есть уверенность. Несомненно, очень много практических и теоретических знаний мы приобрели за этот день с половиной и будем приобретать далее. Но самое главное, что это знания, которые действительно структурированы и, несомненно, будут использованы в дальнейшей практике. Они ложатся очень легко, гармонично и систематизированно. Школа необычайно полезна. Во-первых, как составлять ритуалы. Это самое главное для ведьмы, как правильно составлять заговоры, потому что это 100% успеха. Вот. Ну и, конечно же, разносторонний материал, который дает Алена, он просто развивает. Как
как, изначальная сила, она же, получается, и когда-то раньше была, просто про нее забыли. А империя эту силу, можно сказать, поднимает, возрождает, и поэтому ей быть в любом случае. Но для людей это, естественно, пока непонятно и как бы чуждо, ну, маленькими шажками, как и в принципе, и все растет, развивается, и империи быть. Это безусловно, это даже... Я не знаю, я другого к себе допустим, вот уже не представляю. Это для меня настолько естественно, настолько, как бы, ну так и должно быть. Я другого как бы и не вижу, и не представляю себе. Вот. Будущее у империи сильнейших ведьм огромное. Это те знания, которые необходимы всем людям. Религии уже изжили себя. Это несет страдания и бедствия людям. А империя сильнейших ведьм – это наука из наук, которая дает и знания, и счастье, и веру в будущее. Не только нам, но и нашим детям и потомкам. Ну, я считаю, что империя вообще глобальное будущее. То есть прям вот империя будет выше всего и всех. И... Ну, я думаю... Никто глобальности будущего империи даже никто не сомневается, потому что видно, как люди, ну, далекие даже от магии, да, кто эта тема, можно так сказать, материалисты, уже начинают верить Алене. Ну, это, я думаю, будет очень большое глобальное будущее, которое многим поможет вообще Земле. Я уверена. Ну, как я вижу, основная задача, у Алены очень много задач и направлений, в которых она действует, но глобальная задача, которая на самом деле меня интересует в большей степени, это, конечно, принесение чего-то светлого, доброго и хорошего на Землю, потому что очень много мы делаем даже в быту Земле какого-то зла и вреда, и очень хочется присоединиться к какому-то... Даже я не могу назвать это движение, как бы это очень глобальный процесс, хочется быть его участником, когда мы что-то наконец-то начнем делать на благо нашей земли, нам самим, нашим потомкам. Очень хочется, чтобы мы жили на цветущей земле. И то, что появилась такая организация, когда это не единичные какие-то люди, как, ну, там, я пытаюсь дома что-то, мусор там как-то пытаться минимизировать, а это глобальные какие-то вещи очень серьезные. Я вижу... деятельность империи как очень серьезную, направленную именно на улучшение жизни Земли, на ее процветание, на улучшение жизни людей на этой Земле. Я считаю, что будущее очень процветающее, очень сильное, потому что империя сильнейшая ведьма, которая... дает подъем как духовного уровня, даже культурного уровня. Практически мы в то время не знали, как правильно воспитывать детей наших. Вот. Потому что мы этих знаний нигде никогда не слышали и не видели. Вот. Это очень-очень важно для нашего общества. И правильное воспитание детей – это самое, что необходимо для человека, ну, для нашего общества. И Алена дает эти сакральные знания. Будут развиваться и только сильнее становиться. Конечно. Будущее империи сильнейших ведьм я вижу в развитии, в процветании. И хотелось бы пожелать в том, чтобы только самые сильнейшие были в наших рядах. Ну, империя будет развиваться в дальнейшем, причем семимильными шагами. Но очень много будет все равно препятствий, но они все решимы и устранимы. И для империи нет таких врагов, которые она бы не устранила. Я считаю, что империя – это сила, и вот, сила. У империи сильнейших ведьм и много глобальных целей. Я полагаю, что некоторые из целей не озвучены даже самой Аленой. Но то, что у каждого человека, сейчас живущего на этой земле, есть долги перед землей, перед живой планетой, на которой мы сейчас живем, жили наши потомки и будут жить наши предки.
если мы можем внести какую-то лепту для того, чтобы Земля дышала более спокойно и свободно, для того, чтобы человечество было более счастливым, без печатей, без клеймы религий, на судьбах целых родов. Империя должна развиваться в любом случае. И, конечно же, еще нелегкие годы впереди предстоят. Нужно о себе заявить, нужно крепко встать на ноги, достаточно крепко встать на ноги. Вот. Верю в то, что империи существовать века. Да, духовная мама, это безусловно. И учитель, и мама. Вот от нее действительно получаешь то, что вот дает мама. Только немножечко, ну, как... Не могу это слово подобрать. Как-то по-другому немножечко. Но то же самое, что от мамы, да, действительно получаешь. Просто немножечко другие знания, что ли. Но действительно, как-то на духовном плане. Вот. Для меня Алена Полынь – это великая женщина. Она для меня духовная мать, даже... Больше, чем духовная мать, я не знаю. Та женщина, которая в себе объединила и учителя, и мать, и друга, с которым можно поделиться, с которым можно посоветоваться, научиться. Всем те знания, которые она дает, это очень... Великая женщина, которую бы я советовала всем послушать и научиться этим знаниям, которые она дает. То есть я настолько ей благодарна, что вот как бы я вступила в империю, и что вот Алена взяла под свое крыло меня, что я очень ей благодарна. И я считаю, да, я считаю Алену своей духовной мамой. Я считаю Алену духовной мамой своей. Правда. Чувствуется в ней сила и тянет к ней. И хочется быть, ну, становиться лучше, мудрее, умнее, учиться у нее. С тех пор, как я встретила на просторах интернета Алену, у меня определенно начался новый глобальный этап в жизни. Несомненно, это связано с духовным ростом, с развитием в принципе. И, конечно, я считаю Алену, да, духовным учителем. Алена Полынь является духовной мамой, да, даже больше. Для меня Алена является духовным наставником, является моей духовной мамой. Алена для меня – это все. Алена настолько глубока, что словами это очень тяжело передать. Я думаю, что вот Алену можно назвать изначалием, то есть это то, в чем есть абсолютно все. Ответы, ключи на все ваши вопросы. Духовная, вторая наша мама. И самый достаточно близкий человек. Ну, в принципе, второй человек после родной мамы, можно так даже сказать. Иногда не стесняешься и называешь ее мамой. Конечно же, когда официальная обстановка, просто в душе. Алену действительно можно сравнить с матерью, потому что... То количество и качество знаний, которое она дает каждому посвященному, каждому члену империи, сопоставимо действительно только с теми знаниями и любовью, которые может дать мать своему ребенку. Это очень, очень ценные знания, любовь и то озарение, которому способствует Алена каждому из своих учеников. И своих, можно сказать, детей.